Самаре уже четвертый год реализуется проект «Школа вожатых». Он нацелен на профориентацию подростков в сфере педагогической деятельности. Старшие школьники от 14 до 17 лет с января по май проходят курс обучения. Это лекции, практика, дистанционные занятия, онлайн-тестирование, практика в образовательных учреждениях города. Эксперты рассказывают будущим вожатым об организации профильных смен, оказании первой медицинской помощи, конфликтологии, возрастных особенностях детей, учат даже актерскому мастерству и ораторскому искусству. Ребята этим летом поедут работать в лагере в роли организаторов, помощников вожатых. И, конечно же, в их обязанности будет входить проведение мероприятий. То есть они смогут себя попробовать в роли ведущего. И, конечно же, они будут работать постоянно с отрядом, с коллективом детей. И для того, чтобы ребят слушали, слышали, они должны уметь владеть своей речью. Будущие вожатые на мастер-классах узнают об отличии сценической речи от бытовой, получают комплекс упражнений на улучшение дикции, практические советы о том, как грамотно представить свои личные качества и профессиональные компетенции. Алексей Низамов планирует летом трудоустроиться в детский лагерь, поэтому, узнав в школе о курсах вожатых, сразу решил пройти обучение. Я понял, что мне это довольно интересно, так как всегда хотелось бы попробовать в роли вожатых поработать с детьми, потому что, правда, мне это нравится, работать в социуме. С детками это круто. В конце обучения участники проекта получат сертификаты о прохождении курсов. Им окажут помощь в трудоустройстве в образовательное учреждение Самары на должность помощник вожатого. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.